Всем привет, друзья, с вами Алариэль, и находимся мы с вами в подземелье Подгнилье. Уже бывали мы как-то с вами здесь. Такой интересный данж. Так, с нами 120-й есть товарищ. Теперь нужно найти и уничтожить источник порчи. Берегитесь, кто знает, что обитает в этих пещерах. Так-то да, кто ж знает. Теперь нужно найти и уничтожить источник порчи. Но это ты уже нам говорила. Берегитесь, подружань. Кто знает, что ты повторяешься. Тролли крови разбиты. Теперь нужно найти. Да, мы это поняли. Я надеюсь, она не будет нам все время это говорить. Медленно-то. Мне нужна цель. Понятно. Нам не страшен паладин, да? Это как раз про этого товарища. А, так там заагрели и ту хиромантию. Ой, это нехорошо. Ой, нехорошо. Я, наверное, буду вливаться по полной. Заюзаю все, что есть. Потому что можно и помереть. Хилу сейчас борода будет. Короче. Пока сам не нападу, никто не нападет, да? Ну да, наивно было пытаться сбить. Стоять, что ты там колдуешь. Ну, обездвижить, когда я впритык к цели, это правильное решение. Таурен монах. Забавно, не видел тауренов монахов. Так, а вот, собственно, и босс. У нас с него... Что там, запястье и палец, да? Ой, сейчас хил, если не зайдет. Или тут нет такого? Ох уж эти... Сектантские штуки, а? Берегитесь. Сбили костец. Обновили. Ах, уже не могу. К сожалению, сбивать. Блин. Так, куда там дальше? Дальше я не помню, куда идти. А, не, уже помню. О, тут и рарничек где-то запрятался. Да, вон он. Вылез паразит. Постой, перекурим. Ой-ой-ой, Палыч, Палыч, ты чё там такое вытворяешь?
Да паладин лихо так. Ой, кто-то может умереть сейчас. Даже я. Да твою за ногу, опять оглушение. Ой, нехорошо. Да твою за ногу, ну какого черта, а? Ну блин, глянь, одному сбиваю, другой накладывает. Что за ахинея? И, видимо, рарника особо решили не бить. Ну ладно. Вот, надо цветочка этого гребаного сразу сливать. Потому что это атас полный. Эти цветики. Семицветики. Сгнили, и со всей этой ахинеей еще справиться можно. Но вот со станами. Подумал, опять цветочек. Мне нужна цель. Свободен. Так, ну чё, можно было бы уже и босса взять в оборот. Яда надо будет перенамазать, это уже подходят к концу они. Годнота. Тю. Я думал, что тайн и мне дропнется. Поясок над рулю выпал. Мне бы он тоже был. Как нельзя, кстати. Но ничего не поделаешь. Что ж там так монаху-то плохо? А у нас хил кто? Друид. А, ну да, в принципе, я что-то в какой-то момент подумал из-за его майсы, что он этот... Что это Палыч. Но потом вспомнил, что он хотики раздает. У меня
нужно выбрать цель. Слишком далеко. Оказывается, можно остановить, да? Если на него действует стан. Вот так-то. Мне нужна цель. Видать, просто сбить каст нельзя. Но вот если он... может быть застанен, то тогда, да, тогда можно осуществить. Нужно подойти поближе. Фу, что это за странная тварь? Нельзя выпускать ее отсюда. Убейте ее. Справимся сейчас. Фу, что это за странная тварь? Нельзя выпускать ее отсюда. Убейте его! Да-да-да, мы это уже слышали. Гниль должна расти! Чем-то мне это напомнило этого профессора из ЦЛК. Тоже у него подобные задвигоны были. Про гниль. Черт. Все, быстренько перенамазался. И все хорошо. Что-то на этот раз как-то на меня особо не нак... Ах ты б... А, это возле меня. Окей, я подумал, что на мне. Хотел сказать, ну вот только... только сказал, что у нас все хорошо. Кошем быстренько скинули. Хорошо. Все увидает. Так, идем дальше. Впервые встречаю такой вид порчи. Если она выйдет на поверхность, нам ее ни за что не сдержать. Прям ни за что сдержим. Куда ж мы денемся-то? Так ты задолбала по несколько раз дублировать. Это я уже понял. Так, ну, блин, ну можно ж было пробежать еще. Сдерживание Гуна прекращено. Матриарх не отвечает. Ну. Мне нужна цель. А, мы в ту сторону. У меня нет цели. Блин, поздно дал сбивание каста. Ох, сразу троих, это сильно. Так, ну на удивление справились. Куда дальше?
Не, ну Тауренчик, походу, тоже знает толк в своем деле. Все нормально, сейчас остановим. Ой, блин. Сагрели эту змеючку. Беднота. Так, а что у нас здесь с ласта? Хорошая плечика и хорошая грудь, слушайте. Было бы очень здорово, если бы мы это получили. Бау! А вот и красавец. Гоу! Ай-яй-яй-яй-яй, что я с этими, с дотами профейлил. С ДПСом как-то. А не, нормально. Там он. Ребята делают все как надо. Давай, зачистим. Обнаружено заражение. Требуется дезинфекция. Замечательно. Ух ты. Грудь. А там разве дропалась грудь? Хм. Да, наверное, я что-то перепутал. Опа. Бам. Сколько всего интересного. Эх. Так, ну это все хорошо, друзья. На сегодня, я думаю, это все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.